История этого доброго утра началась с миниатюры, написанной мною для книжного магазина «Москва», что на Тверской. Хотя на самом деле эта история началась в 1971 году, когда я, Татьяна Соломатина, родилась. И родилась в Одессе, где ранее, по странному стечению обстоятельств, родились Олеша, Катаев, Багрицкий, Ильф и Петров, и выбора у меня не было. Первым моим языком был мой одесский язык. Мой одесский язык – это язык акации амбулаторного переулка. Пламя тюльпанов, дух пионов, вечный песок в сандалиях и коленки в зеленке. Чьи-то дети гуляют в садиках, а я гуляю на пляже. Я не знаю о детях в садиках. Мне кажется, что все дети гуляют на пляже. Вы гуляете по пляжу? В моем детском языке я гуляю на пляже.